Я думаю, вы 100% помните тех людей, которые в 2023 году убивали Мику почти в каждом своем видео. Я думаю, вы помните таких личностей, как Макико Фокс и Милли Чан Банни. Они вторыми после Певы Кит начали убивать Мику. В этом видео я вам расскажу, что они делали в 2023 году и что с ними стало. Ладно, а мы начинаем. А вот и я, собственно, Ред. Всем привет! И знаете, почему я на фоне гаражей? Поскольку о таком я хочу говорить только на фоне гаражей. Я думаю, вначале нам надо поговорить о Макико Фокс и Милли Чан Банни, и что они из себя представляют. Макико Фокс и Милли Чан Банни являются друзьями, но на данный момент эта информация не совсем правильная. Как известно, Макико Фокс и Милли Чан Банни банили, и неизвестно, когда они еще вернутся. Вот, я говорил то, что Макико Фокс и Милли Чан Банни друзья, и это не очень правильная информация. И знаете почему? Поскольку сама Макико Фокс в Дискорде, когда общалась с Микой, говорила, что Милли Чан Банни, вот как раз у нее было видео, то, что она говорила, из-за чего забанили Макико Фокс. Там она говорила, что Макико Фокс не очень хороший человек, и ее забанили за продажу наркотиков. Ну, как мы все знаем, это неправильная информация. Тогда Макико Фокс и вовсе перестала общаться с Милли Чан Банни. Хотя они были вроде бы как друзьями и мочили Мику вместе. А кстати, насчет того, то, что они убивали Мику, давайте я покажу вам первое видео Макико Фокс. Вот второе видео, где они уже убивают Милли Чан Банни. Вот я смотрю на эти видео и вспоминаю, как Макико Фокс хайпилась на этих видео в 2023. Кроме таких видео, у Макико Фокс были и обычные видео. Сейчас я вам их покажу. Вот и видео без убийств Мики. Сейчас я вам покажу видео, которое, наверное, было создано, чтобы Мика поплакала. Ну и сейчас я вам покажу еще видео, где она просто убивает Мику. Да, ситуация ужасная, особенно то, как Макико Фокс оправдывалась, от чего она ненавидит Мику. От того видео, где она нарядилась, получается, но не совсем детское платье. Сейчас я вам его покажу. Ну, как по мне, да, видос немножечко странный. И там еще есть видео, где Мика в Gacha Life, ну, точнее, уже ее персонаж, тоже переодевается примерно в такой же костюм. И, кстати, интересный факт. Под этим видео есть комментарий, то, что где Макико Фокс и Милли Чан Банни начали свой путь хейтерства. Я думаю, с Макикой мы уже разобрались. Пора перейти к Милли Чан Банни. Ладно, давайте заценим ее так называемый первый видос. Ладно, если у Макии хотя бы видос, где она просто разрубила Мику топором, ну ладно, это в принципе тоже плохо, но почему у Милли Чан Банни, где она распяла на кресте ее брата Алекса, это ж пиздец какой-то реально. Ладно, давайте посмотрим безобидные ее видосы. Thank you.
давайте я вам завезу последний видос, где она убила Мику, либо Алекса, либо Марка. И на этом история убивальных видео от Макики Фокс заканчивается. Но от Милли Чанбани там еще выходит пару видео, где она убивает Мику, но потом все же она тоже успокаивается. А по всем данным, сейчас Макика Фокс дружит с Микой. И вот давайте я вам покажу, какие безобидные видео Макика начала делать с Микой. Мика даже защищала Макику, когда ее забанили. Вот, и сейчас я показал видео, где она защищает Мику. Вот, и было предпоследнее скандальное видео, где Макика убила Мику опять. Ну, вообще-то это было не так, поскольку Макика написала в своем сообществе, с кем мне сродиться, и все проголосовали за Мику. Сейчас я покажу вам это видео. Сейчас я вам покажу видео, где, собственно, Макика говорит, что с ней случилось и что произошло с ней и с Милли. Ну вот, вот видео, в принципе, сейчас я вам покажу его. Привет, ребята, это я, Макика Фокс. Все знают о моем забаненном канале, да? И Милли рассказала вам об этом. Типа Макика удалила свой канал, но Милли солгала, потому что мы поссорились. Да, но Милли подумала, что если мы поссорились, значит, она может снять видео, где она солгала, что я удалила свой канал. И мне это не нравится, потому что она сняла это видео только ради популярности. Она лжет ради популярности и для того, чтобы заставить меня грустить и чувствовать себя виноватой. Да, это обидно, потому что я даже не ожидала такого от нее. Ладно, давайте поговорим о моих фейках. Да, я видела один фейк со 170 сабами, но у меня всего 14-15 сабов. И кто-то думает, что я фейк, но нет, я настоящая, но мне никто не доверял, и мне все равно. И почему YouTube забанил меня? Я не знаю, но, по-моему, фанаты Мики пожаловались на меня, но YouTube говорит, что я продаю собака РК0, но брух, нет, это не так, я просто делаю анимацию, лол. А как насчет меня и Мики? Мы друзья, да я больше не ненавижу ее. Я думаю, что она намного лучше Милли, потому что Милли сказала кому-то, что я плохой человек, и я разбила ей сердце. Что? И я слышала, что она любила меня давным-давно, но это ложная информация. Это... Еще давайте я вам покажу как раз то видео, где Макика говорит, за что она ненавидела Мику Кит. Hello guys, yes I'm Makiko Fox. Today I'm talking about why I hate Mika Kit. If you don't know that, Mika Kit is copy my sleeve. This is her with her old style, when she doesn't know me. And this is her with the new style when she know me. And I think she copy. That's dear her fan. She's very biased towards her fans and she's very mean when she says her haters are clown, stupid, shit, and cringe. I think her fan are toxic. And I know some of her fan will never believe what I said. And some of her fan will say Mika Kit is the best. Mika Kit better than you. Mika Kit better than everyone. And they didn't know that. Too many people are better than her and they think I better than Mika Kit. And I don't understand why. Her fans said to hate her that hater. Hate everyone when they didn't know who they hate and who they like and love though. And Mika Kit is very crazy and cringe. I don't understand why people like or love it though is very cringe, right? And I don't like someone that's called hater or kid and 4 years ago kid when they didn't know how old are they. And I think Mika Kit is Pava Kit. And now Pava Kit is banned. And someone take her old video to post is and everyone think that she apologized. Well that all. I don't have a TikTok account and I have a Roblox account now. Bye bye. Да, помню, смотрел это видео и был в шоке. Я сначала поверил Макике, но потом я понял, что это всего лишь какие-то странные, получается, отговорки. А что случилось с Макикой и Милли Чанбани? Они на данный момент обе забанены, и они общаются с Микой. Ну, Милли Чанбани это не касается. Ладно, я думаю, пора закончить это видео.
будто самой большой разборки подошел к концу. Ладно, если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал. На этом видео я очень много чего рассказал и очень даже запарился с этим разборкисом. Ладно, а с вами был Ред. Всем пока!